Всем привет, мои милые девочки! Сегодня я за кадром, а это значит, что у нас будет очередная моя распаковка по ссылке с сайта Revolution Beauty London. Кто меня смотрит, те уже знают мою, мягко говоря, слабость к этой продукции, к этому сайту. И, как всегда, там были подарки, что очень подкупает и как бы стимулирует сделать заказ очередной. Подарки хорошие и новинок много. Но пока я собралась снимать вам это видео, это уже не стали такими новинками, потому что новинки на этом сайте чуть ли не каждый день. И давайте уже начнем, потому что очень я много разговариваю. Давайте в этот раз начнем со средств для губ, то есть с помад. И вот у меня первое, что я вам покажу, это вот такая вот помада двухсторонняя, мне обошлась в 1 евро 87 центов. Я немножко посвочила, здесь она матовая получается. А здесь такой блеск сверху покрывается, оттенок этой помадки. Вот, наверное, так он называется. Давайте будем сводчи делать. Она довольно-таки такая плотненькая. Ну, вот прям видно, что матовая. Пахнет вкусно. И давайте... Конечно, трудно по картинкам покупать в интернете. Я немножко другой ждала, но, в принципе, ничего. Бывает и хуже попадается. Смотрите зато, какой вот этот блеск, то есть он, ну, он невидный такой. И, возможно, задумка такая, что вот сейчас, знаете, как там центр губ как-то там, ну, в общем, как-то сверху блеск на помаду накладывают. И если следовать этим инстаграмным приемам, то получается, девчонки, довольно-таки неплохо. Ну, мне так показалось. Нормально, но ходить каждый день можно, это не какой-то там супер экстрим. Сейчас вы будете, девочки, наверное, смеяться, но следующих две помады я купила только из-за дизайна. Ну, не только, здесь цена такая смешная. 0,89 центов они стоили, эти помады. Смотрите на этот, на эту милую упаковку. Ну, ее просто приятно держать в руках. Ну, вот, и тем более за 89 центов это вообще просто, ну, ни о чем. У нас, наверное, молоко столько стоит. То есть, как вот два пакета молока получается у меня в руках. Ну, а зато сколько радости, представляете? Не сравнишь же с молоком. Молоко купил, сварил кашу, вот и все дела. Оттенки тоже я брала, девочки, наугад, но более-менее, чтобы нравились. И давайте я вам их покажу. Значит, одна у нас будет вот эта потемнее. Давайте с нее начнем. Вот так она называется. Немножко посвочила. Вот такой оттеночек. Хотела сначала на подарок оставить, но думаю, нет, они такие милые, не для того мы их покупали, чтобы дарить. Вот, и тем более она, смотрите, она вот, она не такая уж прям вот невыносимая, чтобы ее невозможно было с ней ходить. Она даже лучше получается на сводче, мне кажется, чем когда вот так смотришь. Уже нет этой рыжести. То есть вот этот налет верхний, когда снимаешь, вот здесь она абсолютно никакая не рыжая. Это мне очень порадовало. Ну, еще и за такую стоимость. И следующая, она чуть посветлее. Она называется вот так вот. Тоже здесь вот такой цвет. А когда мы ее немножко посвочим, она будет у нас... Она будет вот такая. В общем, все оттенки, мне кажется, очень даже хорошие. Я вот такие ягодные... Даже хотела себе купить. Ну, в общем, что-то захотелось. Видимо, связано с переменой погоды. Все, с губами, девчонки, это все в этот раз. Вот такие вот помадки. Ну, довольно-таки неплохо. Учитывая, сколько это все стоит. Давайте посмотрим на другие покупочки мои. Давайте я вам покажу палеточку-троечку, которую я хотела купить еще в прошлый свой заказ, но ее что-то в наличии не было. Я только сделала заказ, она сразу появилась. Вы знаете, кто, ну, может быть, тот знает, кто не знает. Я очень питаю слабость вот к таким троечкам.
Мне очень нравится делать макияж, это очень удобно. То есть это быстро. Ты взял одно средство, все сделал, ну, практически пол лица сделал. И не надо как бы туда-сюда. Но вот иногда очень спешишь, когда время ограничено, это очень удобно. Здесь сияющий румяна, хайлайтер и очень такой приятный, хорошего оттенка этот скульптор, бронзер, ну кто как его использует. Палеткой осталась довольна вообще, девочки, очень сильно. Палеточка стоила 2,5 евро. 2,5 евро, вот такая прелесть. Единственное, что кому-то может быть не, ну, вот одновременно и такие вот румяна, которые сами напоминают хайлайтер, и еще хайлайтер добавлять. Ну, если это перебор, то можно, в принципе, другую палеточку выбрать, чтобы так не сиять, кто любит более сдержанные макияжи. И для таких целей я, девочки, выбрала еще... Смотрите, как она называется. Здесь 15 таки грамм. То есть это получается в каждом рефиле по 5 грамм. Ну, увесистая такая, знаете, она какая большая. Вот. И, значит, одну палетку у меня такая уже есть. Я купила вторую. Та была медиум, а это оттенок Fair. То есть более светлый. Я вот так на взгляд, девочки, не могу даже сказать... Сейчас. Вот так посмотрела, не вижу особой разницы. Ну, это надо их две рядом поставить. Я сейчас не могу, у меня там дочка спит. Я в следующий раз вам покажу где-нибудь. Рядом их поставлю. Может быть, даже в косметичке месяца своей. И вы посмотрите, чем медиум от Fair отличается. Эта палетка стоила тоже вообще каких-то смешных денег. Сейчас я скажу. Она стоила, хотела сказать, рубль 80. 1 евро 80 центов. Но тоже вообще ни о чем. То есть это... Ну, это получается, ну, чуть больше 100 рублей, да. Ну, просто вот где я найду в Москве косметику нормально за такие деньги, я не знаю. Тем более, вот мне так... Здесь уже нет, здесь не сияющие эти румяна, они матовые. То есть это вот такая более сдержанная палеточка, и она... Дайте рядышком. И с неплохим тоже хайлайтером. Да, смотрите, как и румяна здесь все-таки отличаются. Это более в персиковой, а это как-то более в розовинку уходит. Давайте мы так как-то и оставим, да? Вот так вот оставим. Может быть, открыть? Давайте я открою для сравнения, чтобы вы, у вас это... Да, ну даже визуально видно. И хайлайтеры, кстати, разные. Здесь более такой вот он в шампанское уходит, а этот хайлайтер, он... такой светло-розовый. Или даже, знаете, он не сильно прям вот сияет. Можно его как пудру такую вот, кто любит сияющую пудру, то можно так использовать. Далее уже, не знаю, есть у меня, конечно, много всего, но вот на этот бронзер огромный я давно смотрела, именно в оттенке Cool. У меня это более холодный. Он вообще на сайте казался таким все с серым потоном, как я люблю. Но все-таки пришел не с серым, скажем так, а немножко с рыжинку отдает. Но он такой классный, девочки, на вот когда его трогаешь, он так какой-то мягкий, прям невероятный. И вот делая сводч, я вижу, что все-таки немножко он на сводч серинку-то отдает. Ну, по крайней мере, сильно не рыжит, да. Ну, буду, если что, как вот Маша придумала, ноги его замазывать. Ну, просто, на самом деле, да, много его здесь. Его здесь, сейчас я скажу вам. Видите, 0,1 кул оттеночек и... А, здесь грамм, наверное, вот здесь написано. Да, девочки, 15 грамм вот в этой прелести. Стоила эта прелесть 4,99. Ну, то есть 5 евро стоило. Вот такой вот бронзер. Я его уже, честно говоря, добирала до бесплатной доставки, потому что мне, ну, как бы нравился он, да, но вот не сильно, не первая необходимость, скажем так. Ну, а так как, что я буду платить за доставку, лучше я его возьму, чем просто деньги отдам. Вот эта пудра, девчонки, я вам сейчас ее покажу, она стоила вообще рубль, опять я рубль, евро 88, ну то есть вообще, да, вы понимаете, что это очень-очень мало. У меня никогда не было вот этих пудр, которые, банан это знаменитая, она даже у них на сайте, она или какая-то другая банановая, да, в другой упаковке.
заняла там премию года. И мне интересно было, что это за пудра. Ну, думаю, рубль 88. Девочки, я буду говорить рубль, не обращайте внимания. Вы все поняли, что это евро, значит, потому что я автоматически у меня. Она, смотрите, какая вот. Кажется, чуть ли не зеленая, да, через камеру. Да она и так, мне кажется, как зеленоватая. Но она, давайте я сейчас прям буду на руке показывать. Я даже вторую заказала. Это волшебная вещь. Вот смотрите, вы набираете вот такой вот порошочек. Кладете его, ну, к примеру, в данном случае на руку. Сейчас, девочки, смотрите, фокус-покус какой будет. Я так сильно не буду, мне надо стряхнуть будет вот это все. Я лишнее взяла, девчонки. И смотрите, вот эффект. Я прям при вас делаю. Эффект, что куда-то делись. Обратите внимание на руку. Какая она гладкая. Девочки, вы видите, я две руки специально показала. Одна вот заблюренная этой пудрой. И вот рядом. Ну, вы видите, как она... как-то вот так давайте. Как она скрыла. Я вот трогаю кожу просто вот невероятной мягкости. Ну, просто не знаю, что там такое в составе. Прям вот, ну, реально морщины же шлифуют. Вот, посмотрите. Тут у меня то ли сводч какой-то жёл... А, может быть, я там... Не пойму, что за пятно. То ли сводч какой-то прошлый остался. Ну, вот это я не знаю, видно через камеру или нет, девчонки, я не понимаю. Но на ощупь это, ну, нереально. Это какое-то вот... Как попка младенца, иными словами. Я... Не смогла удержаться. Я такого эффекта от пудр, чтобы не купить еще, я такого эффекта от пудр вообще, девчонки, не встречала. Я вот трогаю, это вот настолько какое-то волшебное ощущение. И главное, куда-то деваются морщины. То есть она вот, она сняла вот этот липкий слой от, она сняла липкий слой от крема и оставила, ну даже посмотрите, вот. Ну, видно, да, что как морщины-то разъехались. И оставила ощущение вот такой вот приятной кожи. В то же время она, ну, говорю, она вот заматировала, она все сделала. Я не знаю, это волшебная пудра, у меня таких нет. И я не было еще даже. Я, когда увидела этот фокус, думаю, мне надо еще. Здесь так мало. Здесь всего в ней, по-моему, 8 грамм, что ли. Финишная пудра. Да, 8 грамм. Учитывая, что она еще умудряется как-то по бокам рассыпаться, я, в общем, купила еще одну. Потому что, ну, это просто вот какой-то сказочный эффект она придает коже. Следующее, что мы с вами будем смотреть... Ой, девочки, это, наверное, я сегодня не закончу это видео снимать. Давайте мы посмотрим, значит, палетку такую прям... Не знаю, кому она понравится, кому-то, наверное, нет. Стоит она 12 евро. Это палеточка от Tami. Новинка от Tami X. Сейчас от Carmi вышла. Обалденная тоже палетка. Называется она «Тропический карнавал». Я ее так перевела. Давайте посмотрим здесь, что написано. Так, значит, 18 оттенков. Вот каждом по грамму, ну это стандартная. Когда открываешь, она вот такая тоже красивая, то есть не черная, такая же как обложка. И давайте ее смотреть. Здесь она, смотрите, она вот здесь на таких каких-то присос, в общем, присоски здесь в виде пленочки такие вот. Вы их снимаете. Зеркало хорошее там. И посмотрите на эти цвета. Я сейчас, наверное, кое-кто попадает в обморок, скажет, ты больная. Зачем тебе такие палетки? Девчонки, ну вот, знаете, да, я понимаю, там не на каждый день куда-то, там может быть акцентная палеточка, но мне очень уж понравились вот эти два оттенка, вернее, даже не два. И вот эти тоже понравились. Это вот такой какой-то желто-зеленый. Так, давайте будем знакомиться поближе. Значит, надеюсь, вам хорошо все видно. Палеточку нашу. Пристроились. Итак, давайте начнем. Значит, первый ряд, он идет полностью шиммерный.
Так, первые 4 шиммера. Это этот лимонно-зеленый. Фиолетовый. Немножко перепутала. На Сочи сейчас сделала. Это вот третий и красный четвертый. Так. Девчонки, красный просто огонь на сводче. Обалденные цвета. Так, следующие у нас идут вот этот вот зелененький. Ох ты, мама. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как я обожаю, девчонки, делать сводчи и вот эти вот палетки, вот так вот, когда они приезжают, трогать. И... Ну и сама в первый раз и вам показываю. И посылки эти обожаю получать. Так, начинаем второй ряд. Первый оттеночек, он тоже у нас шиммер. Посмотрите, девочки, какая это красотень. Ой, дуохромный. Боже, это вот нереально. Пускай даже не использовать все оттенки, но хотя бы вот несколько использовать, уже этого хватит. Немножко я раскрашила желтый матовый. Розовый и... Два последних это в среднем ряду. Последний ряд, он тоже весь матовый. Немножко пыли от матовой оттеночки, зато смотрите, какой зеленый. То есть не в каждой палетке вы такое найдете, поэтому для... Ну, коллекционеры теней, это, конечно, нужная вещь. Как нужная? Для тех, кто, да, коллекционеры теней, они любят краситься, поэтому им все нужное. Так, девочки, приступаем к рассмотру сводчей. Сделаны они так же, как палетка. Вот 3, ой, 6, 6 и 6. Первый ряд. Огонь, да? Синий какой, а красный. Да, зеленый. Ну, в общем, все цвета, чего толку перечислять. Дальше идут один шиммер и следом матовый. И еще один ряд матовый, последний. Я вообще фанат, конечно, больше шиммеров. Но без матовых, понятно, никуда. Но знаете, девочки, они вот все-таки они меркнут. Матовые, когда смотришь вот на это. Вот это, ну, как померкнет, малек. Ну да ладно, давайте дальше продвигаться. Это о том мы очень с вами очень долго все рассматриваем. Так, значит, я не буду палеточку Тами убирать далеко. Пусть нас радует она. Здесь лежит. Дальше у меня, девочки, аж сразу 4 палетки из серии Reloaded, да? Это Reloaded, да, серии Reloaded. Я их когда увидела на сайте, они появились, я не смогла, да, я даже особо и не думала, что я там куплю, что не куплю. Я знала одно, что я куплю их все сразу. Давайте сначала покажу, потом будем сводчи делать. Так. Так, как карты буду раздавать? Раз, в лото играем. Играем в лото. Раз, два. Ну, они так и на сайте были представлены, как-то вот так, 3-4. То есть вот так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, как на сайте. Вот. Вот такая, девочки, красота. И давайте мы уже будем ее смотреть. Значит, что я хочу сказать, девчонки. Вот эта вот палетка, это идет под Анастасию Беверли Хиллз. Как же называется ее палетка-то? Салтри, да. Это Салтри от Анастасии.
Молодцы, я когда увидела вот этот серый с розовым, я сразу поняла, что, ну, чья это, под кого закос, скажем так, называется на гипнотик, это палеточка. 1,1 грамма в рефилах. А, подождите-ка, не во всех, да? Не, во всех по один, они бывают по грамму, как бы. Значит, вот тут видно, да, вот шиммер мат, шиммер мат. Мат, давай, шиммер матовый, шиммер матовый. Серый очень мне нравится. Давайте, наверное, я, девочки, сделаю сводчики. Нет, давайте вместе будем делать. Раз уж мы всегда вместе делаем, я буду показывать. Так, раз. Я все хотела Салтри купить, но слава богу, есть на свете Революшн, и мне теперь не надо Салтри покупать, потому что, ну, я поиграю, мне хватит, как бы. Это такой жирный оттенок, прям сводч такой, не знаешь, куда деть. А вот этот плохо, наоборот, набирается. Матовый оттеночек. Вот палетка такая, кто не любит яркие макияжи, это не то, что Тами, я вот сейчас вам показываю. Такая хорошая палеточка. В плане хорошая, ну, в том, что каждый день можно ходить с такой. Тоже очень красивый оттенок. Ой, этот невероятный. Невероятный этот оттенок. Ну, этот тоже хороший. Матовый. Базу закреплять есть чем. Да. Это, наверное, тоже сейчас будет огонь. Серый вот этот. Ага. Два. Матовый два. Ой, какой серый красивый. И золотой такой же. Последний такой серый для складки век. Очень красивый оттеночек, очень. Итак, смотрим сводч. Сводчи сделаны тоже так. 5, 5 и 5. Первая пятерка. Вот этот оттеночек вот розовенький. Он как-то тяжело, его кистью надо бы. Он лучше кистью наберется. Я уже знаю эти тени. Они бывают рукой хуже, чем кистью их так вот подцепляешь, как бы. Так, смотрите, какой вот этот стальной или серый, как его назвать. Вот это тоже оттенок второй. Здесь один не видно, это который светлый самый. Вот этот для базы. И очень хорошо передался вот этот оттенок. Смотрите, вот он. Рядом с розовой, которые окружают розовые два оттенка. Они даже, видите, как-то жирно так получились. Их надо так вот разглаживать. Да, чтобы они не поднимались. Ну и последний ряд. Так, вот последний ряд у нас. Очень красивый, да, девочки? Смотрите, я лишнее собрала. Такая вот волшебная палеточка. Они стоят по 5 евро, эти палетки. Ну вот, в общем, я очень обожаю эту серию. И, не знаю, у меня там, наверное, двух или трех только нету палеток, а так все есть. Следующее, давайте посмотрим. Знаете что, вот эта палетка, я вот какие опознала, я вам говорю, это Blue Blood от Джеффри Стара. То есть я тоже как увидела, я сразу поняла, ну, под кого, как говорится, это сделано все. Тоже 1,1 грамма. Такая вот палеточка. То есть две уже вот как бы под известные бренды, а две вот эти я, девочки, не знаю, под кого сделаны. Если вы в курсе, пишите. Вот, чьи вот эти вот пародии. А может просто так сделать. Никакие это не пародии, там, не реплики. Шиммер у нас какой? Ой. Серый вот этот очень стальной красивый. А матовый, смотрите, какой. Даже не скажешь, что матовый.
Вот это голубой. Матовый, сиреневый вот этот. Тоже матовый. Тоже матовый. И идет вот эта серединка, идет шиммер. Девочки, посмотрите на это. Ну, очень красивая, правда, палетка. Нереальная. Так, сиреневый. Смотрите, вот я сводч сделала, и вот еще на пальце остается. Средний вот этот оттеночек. Тоже шиммер. И это шиммер. Он синий красивый. Смотрите, это два последних оттеночка. Вот этот оттенок надо будет наслаивать, чтобы он красиво получился. Но он в грязь не уходит. Он в грязь, девочки, не уходит. Вот оно. И последний ряд. Очень красивый вот этот. У меня вообще, как вы, наверное, заметили, у меня как-то некрасивых нету. Почти. Да не почти, а нет, наверное. Так, вот. Последняя пятерка. Когда вот так смотришь на эту палеточку, кажется, ну, господи, куда эти тени времен Советского Союза? А вот вы посмотрите на сводчи, девочки, вот сейчас. И так уже как-то не думаешь. Первый ряд. Второй ряд. Третий ряд. Посмотрите, какой красивый. Вот это серый оттеночек. Вот этот синий. Вот, зеленый. Какой-то вот это... Это какой-то серо... Первый. И вот эти шиммеры. Опять. Серый шиммер. Не такие уж они и вульгарные, эти вот цвета, как кажется, ну, может показаться на первый взгляд. Ну, можно другую палеточку подключить к макияжу, вот такую, например, да, если целиком этой палеткой все-таки, ну, можно делать, но не все поймут, не все примут. Так, дальше давайте, девчонки, продвигаться. Все понятно, да, уже с этой палеточкой. Следующая палетка у нас будет на презентации. Давайте мы будем чередовать спокойные с экстравагантными. Следующая будет спокойная палеточка. А, я же не показала, да, как называется вот это вот. Deep Dive называется эта палетка. А это гипнотик. Вот это гипнотик, это Deep Dive. Следующая у нас будет называться палеточка Smoky Neutrals. Вот так она выглядит. И это палетка на каждый день. Ничего такого сверхъестественного вообще. Вот тут уже как бы любой может покупать. И как говорится, это никого не... Не смутит и как-то, мне кажется, не выведет из равновесия. Итак, приступим. Первое. Матовое для базы оттеночек. Идет далее у нас шиммер. Матовый. Шиммер. И еще один. Буду по 5 делать так быстрее. Так, это вот первые 4. Ой, красота какая. Это 5 оттеночек в палеточке. Первый ряд готов. Матовый. Такой какой-то полусатин, полумат. Это последний оттеночек во втором ряду. Очень красивый вот этот, девочки, оттенок. Сейчас все покажу. Так, последний ряд. Ну, очень хорошие шиммеры. В общем, палетки одна лучше другой. Смотрите, какой. Этот шиммер такой красивый. Смотрите, вот сводч сделала, и все равно на руках. Какая бешеная пигментация.
за 5 евро такие палетки. Улет просто. Я где-то читала в Инстаграм, что ли, спрашивали, почему вы не представляете в Россию. И там кто-то ответил, ну, кто администратор, видимо, этого аккаунта, что мы, говорит, готовы и рады, но мы, говорит, с такой скоростью развиваемся, что вы не успеваете нас принять в таком объеме, в каком бы мы типа хотели. Так, девочки, смотрим на сводчики. Так, первая пятерка. Ну, тут вот, видите, матовые, они невидные, получается. Как бы с кожи сливаются. Второй ряд. Знаете, вот этот серый какой красивый. Шиммеры какие классные. Вот этот первый такой вот розовый для растушевочки глаз. Так, последний ряд. В последнем ряду я забыла черный сделать, матовый. Так вот, раз. Вот такая вот прелесть. И переходим к следующей палеточке, которая у нас будет последняя вот из нашей четверки. Эта палетка вот такая вот. Она называется Ретальерт. Вот такая прелесть. Ой, красота, да? Давайте я сейчас буду делать смою и будем с вами делать сводчики. Матовый, матовый, шиммер. Ой, какой же красивый шиммер, еще один шиммер. Вот этот оттенок просто с ума сойти. Такой красный, плохо набирается пальцем, он будет кистью хорошо набираться. Я даже дома еще не сводчила, девчонки, эту палеточку. Сейчас при вас смотрю. Вот это, конечно, очень красивый оттенок. Там шиммер такой богатый прям. Далее смотрим второй ряд. Тоже матовый. Ой, вот это вообще... Вообще. Девочки, смотрите, огонь. Вот этот. Не, ну это, конечно, вообще, посмотрите. Да? Вот это. Это. Вот. А белый какой. Ну, конечно, я говорю, я в восторге от этих палеток. Просто в нереальном восторге в каком-то. Сейчас покажу розовый, матовый. С ума сойти, какой оттенок. Девочка, когда же мы будем все это тестировать? Это ж невозможно, сколько у меня палеток новых. Я не успеваю их тестировать, с какой скоростью они у меня появляются. Последний ряд. Раз, два. Первый ряд. Посмотрите на средний оттенок, оранжевый этот шиммер. Что-то охромит. Второй ряд. Эти розовые и малиновые какие-то смазки. И последний ряд. Вот такие вот палеточки. Все, девочки, это все мое. То, что я купила, это все. Издалека. Осталась у меня только палетка, которую мне подарили за покупку от 30 или там, неважно. В общем, заказ я все время делаю не менее чем 45 евро, потому что у нас в России идет доставка бесплатная от 45 евро на сайте. В общем-то, ну, если вы в Европе живете, там, по-моему, какие-то другие условия, и
там не обязательно 45 покупать. Ну, я точно не буду врать, потому что не уверена. Палеточку мне подарили, она классная, вот такая вот нейтральная тоже на каждый день. Я очень обалдела, честно говоря, когда ее увидела. Смотрите, она называется вот так вот. Здесь 16 грамм в палетке, 32 оттенка. То есть это полграмма в каждом рефиле, это немного. Посмотрите на эту прелесть. Девчонки, я, наверное, не буду делать сводчи, ну, потому что, вот, ну, смысл. Они сейчас половина на коже сольются. Давайте я лучше вот так вот получше вам покажу ее. На свет, все. Уже понятно, да, вот, что она такая классная. И в том плане, что на каждый день здесь много шиммеров. Матовые тоже есть. Такая базовая, скажем, палеточка. Хороший подарок, я довольна очень им. Потому что здесь цвета такие светлые, нюдовые. Сейчас на коже половина будет не видно. И смысл, я буду сидеть, только время тратить свое, ваше. Все вроде бы понятно. Я сейчас покажу вам, давайте, знаете что. Вот этих несколько сереньких, темненьких, красивых оттеночков. А вот эти розовенькие мы уже не будем с вами смотреть. Потому что, ну что, понятно вроде бы, да, что вот. Они по качеству, я трогаю, они прям мягкие такие, как масло. Масло такие, прям трогаешь их, очень они маленькие такие, едва палец туда влезает, ну по полграмма, ну и хорошо, зато не надоест. Ну, в общем, понятно, да, что качество хорошее палеточки, и палеточка сама тоже такая вот, ну, в отличие от вот этих и вот этой, то есть это понятно, да, что противоположность вот этим развлечениям. Все, девочки, на этом заказ мой закончился огромный. У меня стоит еще вот она коробка, которую я вам покажу в следующий раз. Девочки, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. У меня уже выключается батарейка. И мы с вами скоро увидимся. Будем смотреть другие мои видео. И вот этот вот мой еще один заказик. Все, всем всего хорошего. До скорых встреч.